Хей, гейсы, мишмики, мы продолжаем проходить игру под названием Вечер. Если что, я переместился в шахтерский путь, чтобы исследовать вот эту вот территорию. Вверх, потому что видно, что есть кусок. После чего мы попытаемся изучить низ, потому что видно, что что-то там проскальзывает. Исследуем вот эту локацию, я не знаю, может тут просто падение вниз, но у нас есть способность... Что если вдруг я упаду с большой высоты, я вышибу. В хорошем понимании этого слова. Давайте сначала вниз исследуем. Лайфхак. Минус. Минус, мишка. Стоп, что такое? Что такое же? Это фонари? Ты зараза. Так, кровавая херня. Туда можно попасть наверх. Это в этом точно уверен. Или нет? Блин, нужно хилки найти. Я слизь! Я не помню, где я тогда находил чуваков вот этих, которые мне лук дали. То, что чуваки, которые мне лук дали, как раз у них я и могу... О! Где-то, помню, неподалеку от них я находил тогда. Вход в нижнюю шахту. А показано, как будто тут еще куда-то есть проход. Давайте в шахту войду, посмотрю, куда хотя бы будет идти это все. А. Ну ладно. Окей. Пускай. Осталось понять, куда я все-таки прибыл. Так, пойдем сюда. Монетки.
Я в заброшенный город иду? Замечу, что мой город с вами, походу, не исследовали. То есть, по какой-то степени, я мог уже в другую локацию попасть. Ну, не изучив вот эту область. Или был я здесь? Что такое 100? А, то просто цифры были. Вот здесь, допустим, неизученная деревня. Давайте направо пойдем. Оп. Вербовка шахтеров по всем вопросам обращается к главному. Так, я, кажется, тут был. Что странно. О, кажется, вниз спуск был. Если не показалось. А, это просто так трава сделана. Впереди затопленной земли, берегитесь монстров. Так. В каких из этих... В этих домах я по-любому не был. Потому что я сюда не выходил. Так, метательный ножик. Ничего интересного. Блин, я хочу колечко это. Колечко хочу. Или это даже сказать ожерелье. 30% опыта. Одеваешь, идешь фармиться на пауках и все, зашибись. Дыхание богини призывает вихрь, который подхватывает камни. Все, по вот этому уже можно понять, что это точно был по сундуку. По сундуку можно понять, что я тут был. Так. Тогда сейчас возвращаемся назад и пытаемся забраться наверх. Ну что, идемте теперь в другую сторону. Это мы вниз. А, тут прохода нету. Забейте, дурак. Минус лесоруб. Минус мой FPS из-за водопадов этих. Мертвое дерево. Так, ну что, там больше ничего не было. Возвращаемся сюда, наверх. И продолжаем. Так, осталось сохраниться. И можно забираться.
Окей. Пойдемте сначала налево. Иначе где-то от деревьев можно будет забраться. О, тут есть куда-то проход. Блюдов. Ха. Давайте, поехали. Так, мне только вниз, да? Глупая слизь. Так, еще ниже спуск. Мы пойдем сюда. Окей. Еще ниже. Еще ниже. Где-то сокращение пути. Ну еще ниже. О, новый уровень. Нормально ли? Так, это деревня, да? Так, а если бы направо, что у нас справа? Там водопад был, с водопада вниз. Па-па-па-пам. Вот, что-то есть, по-любому. Тупая летучая мышь. Огненный всплеск. Тогда тоже западня такая же была. Только там летучих мышей не было. О, зелье исцеления, неужто? Неужели мне решили дать зелье? Так, хорошо, это мы все исследовали. Первый сундук. Надо забрать будет. Что тут я еще не сделал? Туда мы пойдем обратно. Еще в эту сторону мы не ходили, видите, тут тоскливый лес. С этой что у нас? Так, здесь я изучил, здесь изучил. Сейчас я, короче, тпхач сюда. Мы лезем наверх, за сундуком. После чего я иду.
Ну и что-то придумаем. Так, давайте сразу навык поставлю. О, блин, вот почему тихо-тихо, а потом как начинает орать? Вот сейчас уже спокойненькая музычка. Вон сундук мой. Не, херня, не достаю. Тогда идем в известняковый путь. Новое место. Я сюда, оказывается, не спускался. О, нихера себе. Здесь мне нужно... Там мне нужны другие лапы. Ну что, типа, я буду сейчас пробовать. Я отсюда спрыгну вниз. В смысле? Я не могу отсюда спрыгнуть вниз? Лол. Ну ладно тогда. Ну вот, допустим, тут есть какой-то подъем наверх. Ну, только я не знаю, насколько это туда, куда мне надо. Поэтому сейчас будем проверять. Так, опоздал. Опоздал. Что-то новенькое. Так, это металлическая флейта создает лежащий на предмете человеческое восприятие звук, призывает тем самым летучую мышь. Ой, я их могу до хера призывать, я смотрю. Походу... Да, но... Они быстро заканчиваются. Поэтому ладно. Есть вот эти мини-проемы, но я не понимаю, что дальше. Типа, да, они есть и... Не, ребята, это была все-таки не золотая слизь, это была рвота вот этих, блядь, медуз. Вот он еще, оказывается. Так, телепорт, тайный путь. Я-то думал, что это были золотые все-таки эти слизи. Так, короче, поднимаемся наверх. Хотя я сюда мог телепортнуться. Короче, не помню, как она называется, плевать. Меня обманули. Меня пес надурил. Меня надурил лапти нам.
Спасибо. Хоп-х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 оп. Чуть не коснулся. Значит, тут где-то скрытая стена. А вот, смотрите, озеро Байфонайт. Где-то туда, прямо. На самом деле, скорее всего, наверху. Глупый мишка. Так, ну чё, поехали. Только я не знаю, лучше через верх, либо через эту сторону пойти. Давайте, допустим, через верх. Что-то такое. Так. Плевать. Хуже моего. Изи паркур. То есть я ему постоянно стану и даю. Неплохо. Тихо. Блин, момент просрал. Главное вовремя прыгать, продвигаться за счет. Бац, бац. Упс. Неплохо. Блин, слушайте, а если я лук использую, чё туплю? Он у меня хотя бы с собой есть, надеюсь. Плохо. Это ради торита какого-то. Ну, как раз сейчас возьму на складе лук. Мало у меня стрел.
А, я перегружен. Ну идите в шопу. Блин. Короче, ясно. Отлично. Ну вот и все. Инвентарь. Сложности вообще нету. Теперь мы до сюда можем долезть. Знаете, я, так сказать, по-хорошему все-таки тоже сюда схожу. Так, главное не упасть. Так, какая-то херня. И на ту сторону можно перепрыгнуть. Ну, сейчас будем паркурить. Хорош, медведь. А, по факту я все равно сюда пришел. Сейчас возможен суицид, да? Если возможен суицид, лучше не рисковать. Да, я забыл. А, то есть при сохранении... Я понял. Я просто грохнулся и суициднулся. Снова. А, то есть мне постоянно еще клетку придется опускать. Ага. Окей.
Допустим. А вы тут что, черты сидите? Стоп, я уже тут был. Наверху там был тупик, да? Ладно. А, это грибы такие? Нет, это не грибы. Так, чуть не облажался. Хоп, хоп, хоп. Охотничий дом. Пойдемте, посмотрим на домик на дереве. Так, одного вижу. Чё? Что мне за херню дали? На, я понял. Украшение очередное. Зачем мне для дома украшения? Зачем? Зачем они нужны? О, сейчас будет фокусы-покус, ребята, готовьтесь. Хоп. И поехали. Приземление, отлично. Короче, они работают как саппорты. Урон не наносят, но... очень неприятные дебафки дают. Так, ладно. Не страшно, у меня скоро левла будет, поэтому... Рада снова тебя видеть. Ты меня нашла. А это не так-то просто, дозорные прямо знают свое дело. У меня есть важная улика, обрывок документа. Мне нужна вторая часть, на ней должна быть подпись. Где ее найти? О, теперь ты мне веришь? Думаешь, что там? Но не знаю, стоит ли ответить тебе теми же. Ты еще не прошла мое испытание. Слышала когда-нибудь песню о троне из черепов? Нет. Достаточно последней строки. Лес полон трупов, да черепов те истекли. Я буду ждать тебя на древнем поле боя. До встречи, дозорный. Если сможешь меня найти, получишь свои доказательства. Интересно, куда я сейчас вообще иду?
ж, ёлки-палки. О, рисковать не надо. О, это уже мерзкая херня. Вот это уже мерзкая херня, то что они яд дают. Накидывают свое отравление. Загадочная торговка. Каждая вещь имеет свою цену, даже если исчисляется она не в золоте. Чтобы получить желаемое, нужно отдать что-то равноценное. Я всему знаю цену, даже тебе. Не спрашивай, сколько это в деньгах. Твоя цена – это твоя стоимость. Моя способность видеть твою цену – моя стоимость. Могу дать подсказку. Жил один человек, не сумевший выполнить свой долг. Если согласишься завершить его дело, я раскрою тебе секреты, обещанные ему. Тот человек был охотником. Принеси мне вещи, которые он обещал достать, и я предложу тебе ценные товары. А что он обещал доставить? Моноцит! Ва! Всего их 5. Найди хотя бы один, тогда поговорим. О, ты нашла его. Он ценен. И ты ценам. Как мы договорились, мы можем посмотреть новые товары. Ну... А, я их могу покупать сколько хочу. Жуткий магический подарок Макдарса, который, возможно, восходит к самой провидице, призывая стаю потусторонних птиц, разрывающихся монстров на куски. Кажется, мне из этого, правда, происходит так, это уже было. Мне кажется, если я упаду, то я упаду навсегда. Так, навыки, навыки подтвердить. Так, инвентарь. Тем. Ладненько, тогда давайте, я думаю, на этом моменте с вами закончим, поэтому... Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.